Многодетная семья Стекловых из Большой Кандалы Старомаинского района обзавелась кормилицей. В этом году Людмила и Анатолий оформили соцконтракт на 65 тысяч рублей. На эти средства они купили корову. Та вскоре принесла молодую телочку. Хозяйство начало развиваться. На момент оформления контракта у Стекловых уже были козы, хрюшки и куры. Сейчас молодая корова по имени Дочка кормит не только семью, но и на продажу молоко остается. Выкармливаются и поросята, даже вот маленькие, допустим. То есть это и мясо, и прибыль. Семейные даем, потому что... Анатолий работает станочником, но это не мешает ему регулярно ухаживать за скотиной. Фермер рассказал о своих домашних обязанностях. Ну, встаю я в 6, иду я сразу убираться у коровы, кормлю поросят. Дети встают, там поят поросят маленьких молоком. Навоз увожу. Вечером тоже так же прихожу с работы, начинаю тоже. Супруги Стекловы признались, больше всего они хотят прироста в своем подворье. Если дело будет развиваться, там и недалеко до оформления крестьянско-фермерского хозяйства. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.